честно говоря, это вообще не похоже на детский лагерь. То есть здесь настолько все интересно, круто. Я видела даже целый компьютерный зал, в котором стоят последние инновационные компьютеры. Вот, вот эта детская площадка, настоящее футбольное поле, вот, беговая площадка. Честно говоря, и у взрослых даже такого нету. А тут у детей все для детей. Вот вертолет, мероприятие, конечно, такого очень грандиозного масштаба. Ощущение, что это действительно не детский лагерь, а вот какая-то огромная площадка, на которую собралось полгорода. В общем, я в шоке, что все вот настолько хорошо организовано, прекрасный лагерь. И если бы у меня были свои дети, то я бы обязательно их сюда отдала.